Жительница Донбасса Анна Туф подала иск в Европейский суд по правам человека. И на кого? Правильно, на президента Украины Петра Порошенко. Гражданка обвиняет его в убийстве членов ее семьи и применении запрещенных вооружений. Еще когда украинская армия обстреляла дом Анны в Горловке, это было в мае 2015 года, Туф пообещала сделать это. И в итоге сделала. Теперь иск подан. Как рассказала Лайфу специалист по международному праву Мария Ярмуш, это дело имеет неплохие шансы на успех. Только для этого нужно собрать все необходимые доказательства. Жалоба данной гражданки приемлема, и Европейский суд по правам человека будет рассматривать ее. Единственное, нужно не забывать, что жалобу нужно подкрепить доказательствами, которые обосновывают требования. Но, по словам юристов, Европейский суд иск Анны Туф полностью удовлетворить не сможет, потому что военными преступлениями должен заниматься уголовный трибунал. Получить в случае победы истец сможет лишь материальную компенсацию.